Посевная в Беларуси набирает обороты. К сельхозмарафону присоединились все области. Технические культуры, в том числе рапс, лен, долгунец и сахарная свекла, займут почти 200 тысяч гектаров полей. Подзерновые и зернобобовые в планах отдать свыше миллиона. Картофелю отведено 17,5 тысяч. В республике стартовала акция по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению населенных пунктов. Инициатива продлится по 8 мая. Совсем скоро, в апреле, начнутся посадки молодых деревьев и кустарников. Будут заложены новые аллеи и парковые зоны. Ко Дню Победы ветераны Беларуси получат повышенную матпомощь. Выплаты будут производиться с 25 апреля по 4 мая. Размер от 1 до 4 тысяч рублей. Наибольшие суммы предусмотрены для инвалидов и участников Великой Отечественной, а также тем, кто сражался в боях против японской армии. В Бобруйске прошло заседание призывной комиссии. Будущие защитники находятся в хорошей физической форме и идут отдавать долг родине осознанно. Плановая отправка на военную службу весной этого года начнется 23 апреля, завершится 7 мая. Республиканский конкурс пианистов имени Владимира Владимировича Оловникова пройдет в Бобруйске. Юные музыканты соберутся в государственном учреждении образования «Детская школа искусств номер 2». Торжественное открытие состоится 30 марта в 10 часов.